Можем остановиться и посмотреть, она пропадает. Она пропадает куда-то. Она куда-то летит. А почему ее не проявляется, блядь? Типа ядовитый картофель. Пропадается ядовитая, да. Ну, чё. Должно быть около 9 миллионов с лишним уже картофеля, а его 8. 12 миллионов картошки. Видимо, из-за того, что слишком много человек дует палками, он не успевает загрузиться в жаровню и просто пропадает, видимо, да? Ну, ядовитая это... Вот смотри, тут картошка. Ну, ядовитая с меньшим шансом выпадает, понимаешь? Поэтому она успевает нормально погружаться. Я хочу забрать свои вещи. Сундука. Тут реально тут раз разлом, два разлом. Погоди, я хочу написать, смотри, Warp Sky, да? Да, Warp Sky. Прикол 8 марта. У меня майн крашнулся. Так, не, да. Потому что ручку я отсюда уйду, чтобы все. Опа. Потому что ручку уже это уже я не находится. Домой, у меня майн крашнулся. Нормально. Я еще у нас Warp Sky не тэпнулся нормально, понимаете? Я тэпнулся, у меня майн крашнулся. Продай. Я написал, могу продать две книги, типа на починку два. Да, буду. Ладно. А почему у меня 5 блоков? Я словил ошибку. Тоже что и. Добро пожаловать в мой клуб. Может, это то, что она на одном чанке все. А ты подлетел? Я не подлетел. Я тэпнулся. А что? Домой. Я тэпнулся домой. Домой или именно не картошки? Тэпайтесь домой, ребята. Ни к чему хорошему это не приведет. Я тэпнулся домой. А я картошки. Ну, у меня... Блядь, я не зайду на серф. Нет, да я вот тоже не могу. Ну, блядь, нахуя... Я вообще подумал, может лучше прилететь домой? Один хуй бы тебя выкинул, скорее всего. Там один чан погружается и все. Блин, неприятно, конечно. Интересно, а Стеллу там не кикнуло, потому что она там была последняя. Просто это мега подстава. Мне нравится, как она на карте отображает. Откат сервера? О-ху-ху-ху, вот это делов натворили. Не, ну в целом, если вещи с сундука, ну они не сохранятся. Надо в это, в инвентарь, чтобы дюпнуть. Нет, по сути, если чанг сломан, то, мне кажется, если картошку убрать, ничего ему не поможет. Надо реально... Надо было ограничиться на 100 тысяч картошки. Куда 200 камы полезно взять? 100 тысяч было бы уже, как бы. Да, мы хотели 200, что там, блядь. Типа, 1/5 отдают миллиона. Вообще, можно было бы вам, как вы знаете, по накатанной. Сначала 10 тысяч, потом 20, потом 40, потом 50, потом 100. И все в разных местах. Просто сумки удалят, бля. Где торт написал? Здорово. Блядь. Да я вижу. Я про это и говорил, что он, наверное, вышел в этом месте, блядь. Ок. Лаунада поливалась. Не, ну ладно. Я просто зашел ребятам помочь. Нет, я получил бан, блядь, за это. Опа. Ты куда торт удалил, нахуй? Алло. Нет, по сути, но по сути, мы ничего... Куда ты торта забанил-то, ебать? Против правила... Извините, правила сервера не запрещают картошку выращивать, блядь. Это я написал, блядь. Ты? Да. Блядь, идёшь, ну нет? Чё? А, ебать. Ты, блядь, Макс, ну ты... Я не чекнул, блядь, даже. Ты так, блядь, не пугай, нахуй. Мы типа, пермачом бы отлетели все, нахуй, понимаешь? Все, кто к этому причастен, это полсервера, нахуй, просто улетает. Не, ну, все, мне кто, кажется, все, кто стоял вот так палкой чуть-чуть хоть помахал, все, все причастны, нахуй. В голове у торта примерно то же самое будет. Вы ебланы, вы чего устроили? Я на сервер зайти не могу. Да, и завтра будет точно такое же сообщение, да? Ну чё, блядь. Всем спокойной ночи. Увидимся на Heart Evolution. Увидимся на Атомкрафте. Стрим, я больше не стример на MC Skill. Дексик прав, надо было сначала как бы тестовый забег устроить, а потом... Какой тестовый забег? Тестовый забег был, когда миллион шалкеров, блядь, в одном предмете. Я уже натестился, блядь. Ну, я имею в виду, сначала начать там... Начать с числа поменьше, не с 200 тысяч, а ну, там с 50. А как разница? Мы все равно рано или поздно забанились бы. Нет, смотри, ты бы мог что сделать? Ты бы мог каждый раз по чуть-чуть выкидывать. Ну, то есть по 50 тысяч постоянно. Люди бы охуевали и думали, откуда у тебя постоянно 50 тысяч, блядь, предметов. А так ты вот... Хочу сказать одно. Фрэнсис спас нас, он тэпнул торта на всякий случай вот, на спаун, скорее всего. Сейчас торт логи почекает и охуеет. Ну да, там, блядь, миллион человек заходили-выходили, заходили-выходили. Что заходили-выходили, а потом его тэпэхнули куда-то, еще что-то там произошло, еще что-то произошло. Ну ладно. Тут дело нашей картошки. Максимум, что делают, это ее удалят. Наверное. Сука. И нас тоже. 110 метров и офф. Ну там, в принципе, да, там сундуки, наверное, не дают. Помните, у меня сундуки лагали? Типа, я подхожу к сундукам, 10 FPS. Это уже что-то означало, наверное. Никого не лагало, только у меня.
Действительно, в худшем случае просто каждый по фермачу условию. Ну, самое интересное, Пип снова будет жаловаться, что он на самом интересном ушел спать. Иногда складывается такое впечатление, что я магнит для говна, блядь. Здорово, чел. Мы все проебали, реально. Фан, сколько картофелей на спавне. Да. Очистка, очистка, очистка! Ладно, я пошел хуярить. Через сколько? 60 секунд. Секунд, блядь. Макс! Ай, хуярь. Пизда нам зато. На. Хуярь. Ты взял кирку? Нет. Чё это? Копай, 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 всё. Копай. Пизда. Сейчас пизда придет. Ой-ой-ой. Ой, жалобя! Блядь! Я не отвернулся. Я отвернулся тоже. Один фпс. Ещё у меня замерла картинка еще на первом сундуке. Держу в курсе. Меня зависит. Что сейчас происходит? Не отвечает Майнкрафт, все. Сломали? Я не успел залететь за, по-моему, за чанкой. Я не успел отгрузить чанку себя. Я не успел. Вы все вылетели нахер? Прям вообще вся компания. Че, прям все? Один фпс. У Пипа один фпс. Живой. Это у всего сервера один фпс, интересно. Не хотелось бы проверять. Сука. Ну мы перед очисткой прям. Блять, я сюда замерзла, у меня комп намертво залетел. Все лагает. Что? О, отлагал! Я залетел, я перелетел, Чанг! А что у меня там происходит? Погоди. А очистка предметов еще же не прошла? Или что? Еще нет? Ну, блять, сервер охуел просто. А где? Она не смогла переварить такое количество предметов. Она не жухнула вещи? Вы понимаете, какие трапы? Приедь, да, посмотри, что там. С одним рядом картохи, блядь. А-а-а! А-а-а, блядь! Один кадр! У меня 0 FPS. У меня майн в белый экран выбился. 20 секунд очистки? Капец, сер, даже... Даже очистка отодвигается по времени, она, типа, там написано было 60 секунд, прошло 2 минуты, или 3. Через 20 секунд там, типа, не 20 секунд, мне кажется, пройдет, а... Ну, ждем, я Майнкрафт закрывать не буду. Главное, заскрин, Пип. Пип. Мне кажется, когда оно очистится, все будет ок. О! Больше минуты прошло от 20 секунд. Там время замедлилось, понимаете? Понимаете, там, где было написано 60 секунд, через 60 секунд очистка, прошло минуты 3 или 4. Еще подожди пару минут. Сервак не может такое переварить, плюс сколько людей на сервере. Интересно, там у всех лагает? По сути же нет, да? Если они не прогружают, то не лагает только у нас. Ну, Пип стоит с одним фпсом, где один чанг у него чисто не прогружен. Люди же в чат пишут, вон. 18к предметов! Очистилось. Очистилось? Да. У меня что-то. Охуеть! А у меня пищу майн висит. Ну, спасибо, ура. А сколько? Это один ряд сломался? Это один ряд. Ну еще. А что 18к? А, погодь, в одном сундуке, по-моему, только. А, 18 тысяч стаков! Стоп! Это 18к стаков сгорело сейчас! А, отлагал! 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 18 тысяч предметов! Вы когда-нибудь такое видели, блядь? 18к предметов. Матерь господня! Откуда 18к? С почином, ура! Ура, что так мало-то? Это один ряд. С кем можно выживать? Это стаки, потом наши компы такое сейчас пережили. Блядь, я в таком лаге повисел. У меня не пережил комп такое. У меня еще 2, блядь, этих Майнкрафта было запущено. И 8 оперативов выделено. Я выделил 12, но это вряд ли чем-то поможет. Миллиончик рубанули, да. Было прикольно, если бы... Ну, 18к предметов сожгли разом. Вы мне реально напоминаете вот эту команду Мамикса шибанутую. Ну, что-то есть. Ну, это ёбнутый рекорд, но мы его побили. Я думаю, уже. Но это, блядь, всего лишь один ряд. Зомби лагают очень сильно. Типа, мы как только грузим 13к. Все, попросили сервер в СП. Попробуйте вдвоем одновременно это сделать, или давайте втроем. А тут одна сторона осталась. Я, в принципе, могу это делать на следующей очистке. Погоди, давайте вдвоем один блок рубанем.
Типа, я с тобой, Макс. Я боюсь. Даже маргаритку сделать не могу. Так, пацаны, я пошел с сервера, пока. Давай. Разгрузим сервачок чуть-чуть. Ну, чистка не так сильно помогла, как хотелось бы. Че, ты дальше хочешь, чтобы мы хуяли? Смотри, мне кажется, я копаю блок. Смотри, ты копаешь блок слева, да? А я тот, который поглубже один выкапываю. Понял? То есть ты вот этот... Я вот этот? Вот этот, видишь? Вот этот, вот, левее от картохи, да? А я тот, который за картохой ровно, блядь. Считай, бля. Раз, два, три. Пизда. Ты успел выкопать? Я успел даже, блядь, два ряда выкопать. По-моему, да. О, пацаны, вы долбоёбы. Мы выкопали два ряда? Да. Ебать. Вот. Но! Оно не вылетает, когда, типа, тут больше, чем 200к предметов на полу валяется, скорее всего. Ну, видишь, нам повезло, что в понедельник огромный онлайн. Реально. Как? Понедельник вечером. Ну, хотя... Я уеду Комарова. Бля, ну тот, кто придумал фанк-версию Комарова, гений просто. Понимаете, из консоли написали сообщение. Из консоли? Чё? Да. Какое? Написали жесть. 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 Что с этого увидите, наверное? Я не увижу ничего, я только если Макса сообщение. 100 тысяч предметов! Сколько? 100 тысяч стаков, отключение. У Макса отключение. Ты что сделал? Еблан. Чё, бля? Ну вы точно сейчас по бану получите, бля. Вы её папала, ну. Мне Демокэт написал в личку. ДС. 100 тысяч выкопанных стаков. Ну, выкопалось сначала 18к, теперь 26к, и все такие, ошалеть! А чё тебе Демокэт пишет? Ты охуеть просто! А чё мне делать? До 200? А, я здесь могу ходить. Я хотя бы здесь ходить могу. Демокэт пишет. Только не учли, что серверу 20к хватает, чтобы повезти. Ага. А! 20к предметов. У нас 20к стаков. Те, кто не видел, огромная картошка в Майнкрафте. Круглая! Ебать, слово полюбило. Блядь, люди пишут, что нихуя не восстановили. Чё-то ТПСики все равно не... И времени Максим. Забань этого человека надо... Отспиздить. Вроде он круг в Майнкрафте сделал. Ну я отгрузился оттуда. Ну у меня два прыгка, два чанка. Бан походу, да? Да. Выгнал, он тебя кикнул. Мискондакт. Тебя выгнал, он тебя кикдал. Он тебя кикнул просто. Как вообще играть в онлайн, когда ничего не сломать в игре, где все время нужно копать? Все, ТПС пофиксил. А, он пофиксил. Копается. Свершилось чудо. Свершилось неотвершимое. Одно лучше другого.